играем в игрульки. Нека тут говорит ей. Ей, да. И лоадинг. Вот. Чаптер 40... Ну, по дате, да. 48, короче. Ага. Так. На чем же мы остановились? Мы остановились на Луне. Да, и жопа. Получили... Нас насилуют, кстати, если что. Так, да. Подожди, а как тут... персонажей? Пришпандориться друг другу? Или а тут... они у тебя уже пришпандорены. Первые. Стоп. А, по нулям очка у меня. Капитан... А у тебя и так все норм стоит вроде как. Капитан выдрал мою очку. Да, ты загрузился. Да твою мать. Я хотел сохраниться, мать твою. Вот это ж сохранение. Да. Фу ты ебать. Ладно, поехали. Ага. Нас сейчас убьют. Так, мышка. Мышка, шишка. Корабль. Короче, да, все классно. На пароходе музыка играет. А я стою на берегу. Мы, короче, что-то... Аларм! Что же это? Аларм внезапный. Это ужасно! Мы подняли, что... Huge number of readings coming from the moon. К нам что-то охренеть как движется, а Марис такая... Га! Короче, они хотят пизделей еще дать, не дают убежать. А, они нам дают пизделей. On my way! И тут такая столовая. О, тревога. Леди Йокохимы, наверное, там что-то угорает. Ха-ха. И все такое. Вот. Такое, это экстренная тревога. Оу, девки. Сори, надо бежать срочно. Окей, slow down. Что ты делаешь? Ничего. Как, что значит ничего, Рейсон? Ты что, охренела, что ли? Не будьте тупыми! Нет пути, и все. Нету никакого пути. Я вас всех прокидаю. Рейсон, ты что? И тут зазвонил телефон. Пип. Attention, bitches! Там все пиздец. Да. Там что-то летит, ахи... О, походу, что-то там кто-то с моста свалился. Ха-ха. Серьезно? Окей. Тут кто-то пришел. Еще дверь открылась одна. Деревянная дверь, а звук как будто какой-то спейс-корабль сакинг делает. Ну, где есть спейс-корабль. Да, но почему двери деревянные, а звук такой... Ну, в смысле, что как вот все супер технологично там, я не знаю. Uh-huh. Должны вообще-то. Мы в спейсе. Начинали мы возле храма, кончаем в спейсе. О, мы. Стоп! Сваливаем. Стоп, подожди, они болтаются в космосе? Да, да. Они по космосу летают. Я бы посмотрел на это, как они космируются с собственной жопы. Летают там, что ли? Нихера себе, мы оказались в Milky Way. Ва! Капитан! Can't go any faster! Don't ask the impossible! Reactor burn out! Save me! Wait! Don't run away! Рэббиты поймали. Мы не будем никого спасать. Fuck you, bitch. Сваливайте за борт, в космос открытый, и защищайте меня. This is my big пушка, шушка. Мы получили permission from Lady Toyohime to use anti-ship neutron cannons. О, это что за херня? Stupid guns too. Чё вам мой сестер сказал? Да. Intruder, командор уничтожить. Пыщ-пыщ. Вот именно, ололо. Кто водитель этого НЛО? Я ничего не понял. Так, если мы побежим, то
нас нету ни хера ни скорости, ни все такого. Вот. Надо отдеплоиться и подраться. Я люблю это делать. Так, ну-ка быстро все эвакуируем наши жопы. Окей, давайте разорвем жопы. Мы же в космосе. Вести запах. Ас-ла-ла-ла-ла-ла. Так, по-моему, вот эта кнопка, если я не ошибаюсь. Это сохранится. Ой. Enter. А, и Enter. Да ёпта. Ну вот. Доладонный я лоб. Тебе, короче, смотри, такая тема классная. Тебе надо отступать, но ты можешь не отступать. Ты, короче, знаешь, что делай? Возьми корабль, возьми каких-нибудь жмыхов, двоих-троих, и сопровождай корабль. А все остальных кинь на эту. На... Короче, слабеньких можно. Ну, слабеньких с кораблем куда-нибудь, да. А, ну, одну сильную хотя бы оставь, там, типа, что мало ли. А это всех остальных на корабль кидай. Ой, на пушки кидай. Ну. Так, мне надо... короче, назад надо отступать. Вот, есть линия где? Вот все, вот на землю. This is my planet. Вот и спутник. Гагарин, this is спутник. Спутник. О. Check that shit out. Это... А, я думал, еще один. Спутник. Окей. Okay, мы... Короче, нам Рейму придется пожертвовать по-любому. Где? Yeah. Корабль. Корабль назад. Роджер, да? Wait. Так, пойдет Куруми. Да, ее тоже назад. Почулит. Не знаю, как хочешь. Ну, она ходит. Может отступить и стоять там. Ну да, да, да. Пип-пип. Так. Может Реми Сак? Или... Не, не, вот она. Ее тоже надо вперед, я думаю, хотя. Она медленная. Да. Ну, она не пусть спит. Назад идет. Ну ладно, всех остальных вперед гони. Все. Fuck him up, boys. Dims. Только учти, там еще пушки есть, они как бы тоже больно стреляют. Так что может России на линию огня не вставать. Мы сейчас как это, как в футболе эти. Да, пойдешь. Главное пушки уничтожь. Окей. Ну что, внизу там? Так, Санавет, ты вниз. Да, я такую сразу. Море амулет. 100-0. Все, мочим их. Мочи. Кстати, тебе надо, чтобы Рейма у тебя тут не погибло, так что Рейму тоже старайся защитить. Блин. Вот, я ее хотел вперед послать, если честно. Раббиты такие классные, когда их бьют. Ружье стреляет из ружья и зажмуривается, даже не целится так. Это видно профессионализм. Ну... Забафать это. Чё, кум-кумку и остальных наверх закинуть? Не, пусть они ко всем держатся, они же хилят, ману восстанавливают. Ко всем держатся, то есть вперед. Ну, ну да, ко всем, где Рейбу там, да. Будут там хилить, если чё. Ману восстанавливать. Мистия тоже может поорать на кого-нибудь там атакой своей. О, может орнуть, ну-ка. Нужно орнуть, да, так сильно прям. Орём. На мапе, да. Атаки, выйди. Ор. Ля-ля-ля. Оп. Ох, как хорошо. Ой, как заедись. Ой, вообще нормально. А Мариса не услышала. Прослушала ее проблему. Сплайс, мадафака. Можно сплайить туда вот ее. Сплайс, мадафака. Так. Так, тут отступают, тут все хорошо. Поехали. What you gonna do? Мануал говорит, она очень мощная, нажмите кнопочку, чтобы стрельнуть. Большие пушки, watch out! Они даже не знают, как ее пользоваться. Да, here we go, fire! Ой, бля. What? Wow. This is destruction force. Так, не тратьте выстрелы. О, еще 2 минуты заряжаемся. Пиздец, что за ебанутые ружья? Так, она мне пизды. Два хода у нее. Давай, бей, 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 бей. Что она может сделать? Она, кто она такая? Она просто рандомный кролик. А это вампир знаменитый. О как. У кого слава, тот и сильный. И все такое. Сейчас Фландере, потом Ремиле. Уиу.
in your face. Ну-ка. О, да. То, что надо. Все равно выжил. Блин, 5000, они все живые. Под конец игры крепкие перцы. Точнее, короленцы. Так, ну-ка, можно... И так самый сильный. Ну, Санаи. Или Санае. Уже разберитесь там. Саня. Санаи или Санае. Или Санаэ. Или Санёк. Сана. Блин, интересно, если у каждого персонажа отобрать последнюю букву в конце, то что получится? Ну, например, Сана. Сана. Рейм. Рейсе. Морис. Морис. Новый элемент Морис. Да. Еще... А Фландер, но он... Фландер? А Фландер? Точно. Да у нее и так отобрали по жизни букву. Или Саку... Саку? Нет. Саку. Сакуй. Сакуй, да. Сакуй. Дынц. Мок. Мок. У Аи самое интересное А. Не Ай. А. Просто А. Ну, у нее же А и Я. Ну, А и Я. А я А. Ну, А. А. Мамба А. Ну, так, я пытаюсь вспомнить еще кого-нибудь интересненького. Например, Лукасаги Хим. Катахим. Катахим. Катахим, Катахимыч. Блядь, нихуя, смотрю, как они это выебывают. Кстати, он хитрит плюс, потому что... Ну ладно, я вступил в поле зрения. Это плохо. Все пробомбить по этому месту, конечно, если они там будут. Ну сейчас, я на следующий ход можно разбомбить, они все просто слив. Он как-то с задержкой немножко так как-то уклоняется. Там ударят по ней, Кащенко подумает и назад пойдет. А, мне же надо уклоняться. Да. Пинг большой. В игре пинг. Блин. Когда уже будет Дамаку мультиплеер RPG Universal RP Life Online VR, да? Это VR. Ну представь, Доуху VR RPG Дамаку Social Life Project какой-нибудь. Ну, я сейчас знаю, что если когда-нибудь придумают Дамаку VR, я знаю, это очень потная игра будет. Представляешь? Не-не-не-не-не. Просто у меня в голове уже все готово. Вспомни Арму. Арму 3. Ну или 2. Короче, чувак катается по полу. Вот так же в VR. Риму катается по полу. От пули влево-вправо. Ой, ну ты нарвалась, мелкая зараза. Fire. А, не Fire. На штык ее хочет. Хач. Патчер такой, а, ну да, надо уклоняться ж. У. 2018. Нет, 6082. У нее осталось хп 2018. А, ну ладно, я про тупо. О, тут же Йоми. Да, Куруми и Йоми. Можешь свичнуться. А, это как делается зато? Ну, сейчас ты не можешь это сделать, когда будешь ходить. А, нет. Понял. Ек! Я подозреваю, ты музон не слышишь. Да, не слышу. Эх, вруби себе что-нибудь там. Я уже себе врубил стекольчик. Стекольчика. Так. Мощный уронец. Мощно. 1815 жизней. О, боже. Ой, за что? За что ты так на миссию обиделись?
Блин, нихера их дохера, смотри, сколько они уже атакуют. Разом бы их снять какой-нибудь. Санайте, все лезут. Кстати, Нека, зачекай это дерьмо. Мне один пацан кастомку сделал. Опа. Вау. Крутяк, да? That's a lot of damage. Так. Так, каноны не работают. Хорошо. Так, нам надо... Может, стрелять в них с корабля? А посмотри, можешь ли ты с места стрелять? Мап, чай, мап закрыт долго. Ну, ты можешь так выстрелить, что ты хочешь, да? В чём будет? 2018. Они там не охуеют, ну-ка. Ну, может, может... Всё равно, чё ты терять-то? Стрелять чуть-чуть. Fire! Они чё, уклонятся? My fire is desire for the life. Ты чё, тупая? Огонь, поварёшка! Представляешь, так ты сидишь в столовой, да, сидишь, тебе сзади втихушку капитан Мураса подходит и из твоей тарелки черпачком суп так черпает и на тебя смотрит так. О, где там это, покачалось, учили. Куруми убить. Я тебя всю жизнь тренировал ради этого момента. У тебя еще Йому есть? Ну да. Ших! Которая все сделала сама. Ших и нету. Так. А мы сваливаем. Так, ну, остальное, да, назад. Ой, ой-ой-ой. Чик. Вот эти строят. Ты не можешь сквозь него проходить. Я уже заметил. Довольно херово. Ну, как? Реалистикс. Так, ну давай, сливай там всех понемножку. Ура! Ради опыта сольем всех. Был кролик и нет кролика. Был кролян и нет кроляна. Чё там у нас вверху? Там ремилии насиливаются со всех сторон. А, дроп... А, нету дропа. Ну, тогда просто отстреливайся. Вообще, попробуй как-нибудь зачистить другими персонажами. Ну-ка, а... Каковы шансы, что... О. Ну, шансы хорошие, но я не знаю, что ты сейчас меня атаковать. Думаешь, прогрести Ремиллион спасать? Тебе вообще приоритет надо пушку уничтожить сначала. А, окей. Да. Окей, Роджер, да. Так. Ты прямо перед пушкой. Стоять там. Перед пушкой, это хорошая идея. Блять, не дотягиваюсь. Подожди, сейчас Ремилия все сделает. Ага. А пацаны, может, с места достанешь ей? Или нет? Вот 6. О! Скарлетт Шот. Блин, я в этом поле стою, там минус 20 того, минус 20 всего. Да, надо полностью тебя будет почистить вокруг нее. Блин, а почему пушку не пририсовали? Или типа пушка, она отдельно в воздухе висит? Отдельно пушка висит, она стрелка. Стрелок контужен. Бля. Пробитие. Так. Давай, возьми там Марисаку или Марису или Рейму и чисти вокруг. И пушка не стоит. Лучше. Или хочешь убить, попробуй. А может не убьешь, у тебя 6000 урона. Ладно, будем чистить тогда. Хакурей барьер. Раздревариер. Вот какую-нибудь, не знаю. Вот эту. Или бомб. Давай вокруг ремельки лучше.
Блин, ну там с бомбой. Ну, ладно, давай одну. Я заберу с бомбой. А Ремилия потом разорвет жопу всем остальным. Да. Наверное. Ну, не знаю, посмотрим. Злая переодетая Рейма. Ого. Это самый биг бол, который я только видел. Ты видел радостного кролика, который стоит такой, а потом хлоп, нету. Где-то кролика. Вообще пиздец. Где бомба? Так, у нас есть бомба. У тебя еще Сакуэ есть, можешь тоже покинуть. Вот левую давай попробуй, у нее там тоже какая-то... Или... Не, не левую, правую, да, правую лучше. У нее же какая-то... Ну, можно не сильно крутую атаку. Ну да, давай. Чтобы быть экономным. Внезапный шлепок по сраке. А, умер. Так, теперь нам нужно сделать... Либо... Можешь ремельку похилить. Так, а стоп, я могу... Да, можешь. Не, только не этим, не этим, не этим. Обычный лучше. Fucking ass. Не, ты можешь, можешь. Ну, я подойти не могу. Так ты можешь, да, дистанцион. Дистанс. А, вот. Да, вот, первая, да. Только Ремилию побили, Фантом Си. Хе-хе. Чё Марисы можешь повыдать? Можешь поорать этой птицей? Я мог вот чё поорать. Бля. Ладно. Так. И пари всем сейчас на что-нибудь там защиту или ну понятно. Нихера я тут могу наорать. Так, подожди. А давай вот. Так, эвейт. Чё, вот это опять? Да, эвейт из его точности. Нормальный тема. Так, а может давай встанем, типа мы крутые. Вот так вот. Давай. Только не дашь. Ор намного лучше. Нифига себе, орёшь, давай, рей. Как этот Биг Смоук. И у всех нам банайн сразу. Так. За Куакому можешь ей ману пополнить, чтоб он больше отдала. Дистанс. Лейзер. I'm a fire, my laser. Алиса. Сыса. Оп. Оп. И готово. Excellent. Mission complete. Возвращаемся на базу. Minus one. Так. Можешь Куакому из-за DLC завалить эту кролика? Давайте, бежи его быстрее, ломай. Попробуй что. Сотка ноль. Фуловая Куакума. Мне кажется, ты погладишь его сейчас. Атака номер 6. Прямиком из библиотеки. Ууу, ты видел это? Децелата, дэмэдж. Why? Why? Страшно. Давай до USA попробуй добить. Кунай. Кунай. In your... We have a spy. Кунай, хуяк. Кунай. Хераси. Вдвоем просто кролика сделали. Целого кролика сделали. Один за уши держал, другой пиздил. Так. Так чё, э? Да. Сейчас будут нас. Это будет очень странно. О, фак. Это засада. Enemies on front. Roger that. Так, это... Stick together, team. Roger that. Affirmative. Planting the bomb. О, блядь. Больше Ремилию буду драть. Контртеррористы ин сразу. Бля. Ну и чё? Бейте, наверное, потому что 73 это полфуга. Короче, уёбываем. Там орнули на корабле. Я вас всех выебу. И полетел. Хача!
Evading. Evading. Best Evader 2018. А сейчас читы. Эх, ты гадёнка. 52, ну чё? Попробую, можно задепать, но я не знаю. Нэн задепать, почему мы задепаем. Попробуй задепать, да. Ну сейчас мистию задефают, отдефают ее по самые эти. Батоны. Ох, ее сейчас будут дефать во все дыры. Ой. Да, ой. Не, неко, вот, вот, бля. Зачем я нажал деф? Санкуя спасай, бля. Дека. Ух, задефали. Фу, она там. Поджарили читка. Ты с какого района, ёпта? Продолжай кролика. Не, возьми, давай мощный, то бей, чё ты тяжелее, что всё. Давай, это максимум. Окей, не без поддавашек. Что? Даю без поддавашек. Так. Смотри, с открытым ртом все такая. Мне нравится, это Алиса такая выстрелила, все, я пошла, давай дальше. Я так Мариска чисто. Не-не-не-не-не, подожди, подожди. Поехали, поехали. Да-да-да, куда ты? Вау. Шпарк. Еще Алиса такая сзади сидит такая. Так я, так я. 7137, по-моему, или 7173. В общем. Четко в тютелька в тютельку. Бля. Пойдем воробушек где-то. Да позай выйди попробуй. Мы сможем. Не забудь, кстати, у тебя у Алисы еще она может кукол сражать, так что. Бля, бля. Ой, 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 ой. До свидания. Ой. Я была такой молодой, а ты меня убил, пидор. Рейму. Да, поможет тыкнуть. Ногой, да, тыкнуть ногой в нее. Ну-ка, занюхни мою пятку карате. Я буду стрелять. Нет, я буду резать. Стой, зарежу. Принц. Мимо. Мимо. Пафетик. Дыч. Моя спина. Фига себе пятка на 6000 урона. В спину, в копчик туда. Дынс. О, 6. О, бро. Ща будет, ща будет. Бро. У тебя большие неприятности. И такие большие неприятности. Ужих, полетел. Сейчас такое медленное. Оп. Не. Вот и Ремиле фаст, она такая, хоп, сначала дернулась, потом это. Ух, ща Ремиле рейдж такой. А, жопа горит, тыщ. Когда в файтинге жопа горит, начинаешь спамить этими атаками. Fucking rage, ух. Отпивайте. Просто даже нихуя от нее не осталось. Вообще даже родственникам отдать нечего. О, следующий подошел. Братан, ну ты, блин, это. Ой, блядь, короче, нахуй отсюда. Хуяк. Хуяк. Туда же, в никуда. Опа. Вон Санька. Стреляет. Отдача жесткая прям. Чтоб такой дробанан. Заряженный дамаг. Выйдешь на улицу, будешь дамачить пули. Звучит вполне разумно. У.
Упс, 21.04. Га. Ой, вей. Как в бочку упал такой бунь. Сейчас с этим кроликом произойдут страшные вещи. Опа, опа, критик. Оп. Еще туда сверху. Оп, оп, да. Ой, бля. Кролик еще мне должен столько. В минус ушел. Ты что-то это не заслуживаешь там даже. Даже внимание плюнуть в ее сторону. У тебя маны мало. Очень мало. Ну, сейчас мы мистер Куакум вызовем на дом. Или сами подлетим к ней. Она же может на расстоянии мне сделать пик-пик? Да, может. О, только там СП-шки сделать. Или может просто переключиться на Фландре. Чего бы и нет. А, ну давай. Швапа. Так. Бля, что я натворил? Сука! Сейчас у нее атака это. Я сейчас сильно мощный дам, да. Ладно. Зато надежно. Зато я уж точно. Это простой ближний бой. Гы. Ну ладно. Кажется, компьютер знает, что делает. Пушки стоят. О, на почулю пошли, сейчас ты так им ответишь смачно. 3200. Будешь сейчас далеко все перелет обстреливать. Миномет, выстрел. Почули капкейк. За почули. Ууу, смотри как она приняла. Смотри как приняла удар просто. Magic barrier. Как чемпион просто заблочил. I will eat you. Сквидл, 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 сквидл. Ух. 6800 урона. Засасывай. Теперь почулища будут все обстреливать, она будет всех сама обстреливать. Я знал, что делал, когда поставил ее в середине. Почему-то я как чувствовал, что она как турель будет. Хиты на критах. Гущонь. Так. Надо... Тебе надо, знаешь что? Тебе надо двигать корабль. Да. Move. Move, move. Фаста, фаста. Наем можешь переключиться. О, точно. Свапа. Свапа, да. Бил. Ем. Да круче будет. Динс, коп, чпон. Все это. Уй. Г. Бе. Это будет жестко. Изи, мэн. Изи. Опа, такие, ну-ка, это, постой в сторонке. А, нет. Изи, тынц. А, мой фраг, у меня фраг украли. Йому disappointed. Минус фраг. Так. Почули недалеко. Ну ладно. Да, пусть она идет вслед, чё. Это у нас замыкающий в группе. Нет, не надо бордаться, бля. Она не может рядом, бля. Да, рядом только так. Так, нам нужно... Или не... Типа, а, так, свапа. Тебе надо ману пополнить. Или свапать, да. Свапа. Вот. И давай иди в упор к этой пушечке, короче. И чик-чик ее. Прям вот к пушке. Тянки такие, да. Вот. Раз... Атака, и у тебя не хватает поинт. Ну ладно, добиваю так. Думаю. О, она вблизи, кстати. Она вблизи, да, атаковать не может. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Вообще жесть будет. Здорово, братан, сзади такие подошли из-за угла. Чик-чик, и ты уже покойник. И нету ваших пушек. Минус пушка. Плюс бомба. Еще 20 тысяч очков. Она просто типа на фоне нарисованная. Да. Блин. Ты что думал? Я думал это. Я смогу в нее залезть и выстрелить себя вперед, ну как в этих. Sea of Thieves за 4000. Она в поинте нарисована и все. Пиздец. Это. Короче, насчет этого, Юрий ХМ, тебе надо, знаешь, что сделать надо будет? Тебе надо будет ее один раз слить, но лучше тебе сначала избавиться от кроликов. А Рейму тебе вообще надо защищать, просто вообще защищать.
Так, может их из периметра вывести, то она сейчас на них будет. Так, знаешь, что я погоди, знаешь, что сделал? Вообще классная идея. Возьми сейчас Алису, свапни Амрису с Алисой, и на спавь мне этих нарожай кукол всех. Нарожай. Да, вот есть кастом выходи. Кастом, да. Кастом, да. И просто рожай кукол вокруг себя везде. Куча, куча, куча. И тогда это она будет атаковать этих кукол. Рожаю. Просто не атакуй ими, а просто какой-то уведи там, я не знаю, какой-нибудь, походи ими в бок куда-нибудь, чтобы место было. Блочим, блочим, пацаны. И еще кастом жми, да, да, да. Опа. И тут тоже какую-нибудь отведи клеточку освободи. Вот. И еще одну давай. Я представляю, сколько криков там после этих родов. И назад на Марису давай спапся. Она сделала свое дело. Можешь, кстати, ману восстановить, хочешь Алис. Блейзинг Стар. Можешь попробовать атаковать Блейзинг Старом. Фокус. Фокус. А Блейзинг Старом и фокусом. А у Файнал Спарк. Файнал Спарк! Только тебе надо это. Все вокруг разорву, а в нее не попаду. Да, да, да. На бой не так. Че будем? Блейз? Да, Блейзинг Старом, да, только смотри на процесс. А, ну атакуй, давай. Изи. Вообще изи. Я думаю, что у тебя Фландри там добьет вторую пушку. Кстати, Нека, обрати внимание, как отклоняется стрелка, когда мы в катсценах и когда мы на карте. Угу. Да, я тоже заметил, кстати. Да, я вот сейчас тоже начал это замечать, что... На карте вообще изи, а в катсценах, хоп, загрузка пошла такая. Воу, бичес! What the fuck is that? Воу! Обратно на луну пошла, сука, ты чё? Пух, поснял. Нехуя! 13-й урон! Мама, монстр кил! Бля. Ты заметишь, что она ещё живая была? А я сейчас не огребу? Не, у тебя 0% было там. А, ну ладно. Загрейзил. Мариса такая, изи! Изи. Хоп, и вниз, смотри, падает всё. Почти. Это, давай, я не знаю, как-нибудь попробуем. Хотя, Саку, это не похож. Давай Рейму попробуй атаковать. Только, смотри, сказано, просто фокус, да, атака. И вот блинк. Фэнтези запечатывание. Только, да, нормально. Она вроде изи. Угу. Сейчас ты красивый рубанешь. Сейчас пиу. Омазон. Не помню. Пришло время запечатать чью-то жопу. Может потом еще совместную атаку сможешь сделать с Марисой и Рейму. И сможешь вместе поставить как-нибудь. Что она плохо печатается. Да, очень плохо. 8000. Не, так это много. Что-то Мариса и то борщи вдала. Борщи то вообще что-то отожгло, да. Грейс. Ноль. А, да и Саку и давай, ей тоже зашмонай хорошенько. Зашмонай. Есть шмонать. Слушай, а можешь подойти поближе Саку и Ворл, чтобы сделать? У нее там просто мув, да, и вот так. Ну хотя бы, да, вот так встань, влево шаг сделай, влево. Без фокуса, можешь с фокусом даже. Ну или упор? Так. Можешь в упор, не по там 1-2 там радиус был. Вон Саку и Ворл. А, у тебя. Окей. А, ладно, тогда Soul Sculptor давай фигач. А fuck yous. Можешь фокусом, да. Только шаг в бок сделай, да. Вот все так, да, вот он. И юзай. Fire. 10, нормально. Применю fire. Fire. Nice. Карате, бич. Ох ты, бля. Сорок тысяч хп у нее. Ничего, сейчас под ноль ее подрежем. Опа, опа. Меня ранили, как, да? Приезжай к нам на землю, еще получишь. Сквер. Ох, это дело все-таки крейзом даже. И давай, наверное, ману восстановику, это используя Куакуму. Как-нибудь.
такая. Ну, Алиси, например, там Марисе, я сам посмотрю. 219. Времени надо. Это тоже. Я думаю, что Алисе надо много. Нажми на Марису, да. Или Марисе сам установи даже. Можешь Алисе. Можешь обеим. Там смотри. Алиса сейчас под ноль маны, если что. Не закупал. Так она нам нужна, она там что, атаковать чем-то будет? Да я тоже думал, что нафиг она нужна. Может Марисе восстановить. Да. Там всякие спарки. Вот, и может ты попробовать добить ее как-нибудь там DSAM. Лечение, кому лечение? Так, у нас. А, может это DSAM вот Сакую захилить, она там поцарапалась что-то. Не сакается. Если только так и потом. Ну да. Так. Так, у тебя еще сана есть. Давай ее в бок тащи влево. На подтяжку? Да, что можешь до пушки успеешь дойти. И давай в бок, да, вот так. Можно. Что-то многовато. Ну давай. Экономика так. Должна быть экономной. Ауч, ауч. 4-2-1-4, звоните днем и ночью. Горячая линия с Анае. Сейчас, короче, как завалишь Юрихме. Когда завалишь пушку, потихоньку начинаешь всеми персонажами отступать. Куклы лучше береги, я думаю. Бля. Пойдем, твою мать. Оло. На. Не. Не. Звонили из конторы Хакурей, предлагали мне Гахей. Так. Оно же бедное. Да, я говорю, не надо мне Гахей, не, не надо. Так. Мазов, пока. Бабл. Нет. Больно, больно, больно. Давай пропускай ход, короче, а и во. Просто Ну давай так, давай так. Давай. У меня же там еще справа Тима, вроде. Или, или я вроде им походил. Неплохо, неплохо. Так. Все, пропускай ход. Погоди, я проверю. Я тебе не верю, я все проверю. Так, музон. О, куклы пошли на мясо. Куклы! Keep defense. Можешь уклоняться. Keep defense 79%. Давай, кукла. Жалко Рейму, я тебя уничтожу, да? Для нее это типа Рейму, наверное. Не знаю, почему все враги триггерятся на кукол сначала. Маш, их не такая способность. Типа как бы. Это куклы, но врагам кажется, что это какой-то там важный персонаж. Они их ломают и понимают, что... А, блядь, кукл. Харай такой... Одной мало, надо вторую. Хочу мор. Блядь. Мне кажется, если ты пробуешь заблочить это, ты не заблочишь. Да, я тоже думаю. 2700 что-то жидковато. Так, ладно, это такая вот песня. Хиты на дохуя отлетает. Все, он потратил свои ходы. А, еще тире это будет атаковать. Ты охренел? Можешь приблочиться? Можешь приблочиться, да. Мне кажется, я заблочить смогу, наверное. Кролик, не такой уж ты крутой, наверное. Хоп! Исо самба! Я живой. Причем это шанхайчик был. Пидорасы. О, пушка. Еще мимо будет. Ready to fire. О май гад. По своей же, наверное. Сана и накрыла, кстати, вроде нет. А, нет, скосила. Надо же. Давай, контратакуй. Паче. Пачета.
Мачете убивает. О, опять непробиваемость. Бронепруф вест. Почули, это как мимо, только... Только пинг. Да, только пинг. Это типа, знаешь, до эволюции. Почули потом в миму его эволюционирует. У нее луна побольше отрастет на голове. Да. А, и она перерастет в жезель. Жезель мимо. Так, ну давай дальше. Рарный артефакт жезель мимы. Так, нам просто вправо? Да, просто вправо. Можешь по дорогу убивать таких. Вхожу в поле, бля. Какое-то поле говняное. Астероидное. А, Тех, смотри, давай, знаешь, как сделаем? А Терраиму далеко может походить? У меня вампиры могут хорошо ходить. Погоди, стой, 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 походи, не ходи, не ходи, не ходи, не ходи. Нажми спирит у Фландры. Ну, вот это, их с обилочки. А, переключись на Ремилию. Вот, и посмотри, у нее где-то вот наверняка... Вот эту штуку, да, на 15, давай. Инкрис! О, а тебе ходи, а тебе ходи. Вот оно, давай. Хелло! Давай. I'm gonna kill you, ass. Нет, стоп, блин, я хотел fuck yous, но ладно. Не судьба мне отфокуситься. Ready to fire. Пусть я больно буду. Может, это что-то не пьет. Хе-хе, бой. О, it's not very effective. Блин. Так, сейчас смотри, можешь взять Рейму, короче, и к Марисе ее подтащить. Как она далеко может зайти? Ну, при движении, без фокуса. Не, без фокуса. Без фокуса, при фокусе. Фокус. Фокус, смотри. Мув. Вот, встань перед этой. Да, вот перед ней встань. Да, вот встань. Ага, атака. А вот это. Да, нажимай. Вот это. Погоди, не торопись. Теперь смотри. А, все, атаку... я атакую. Да, нормально. Давай. Минус анус. Минус анус просто. Вот, все, ща вообще будет. Разрыв сейчас, жопы, берегите. Ща будет, берегите коней просто. Ща будет опасно. Мариса, я вызываю тебя. Окей, погнали, бичес. Ради бичес, ради земли. Под сраку. И в сраку туда же. Ох, к бутербродикам. Насилую. Рейп. Рейп. Бля. Да круче того, что исполняла Мариса, я вообще ничего не видел. А да, ты её победить не можешь, кстати. Stamina has been restored. No way! Ха-ха, мадафака. Да, кстати, ты не можешь убить, так что тебе надо убегать на самом деле. Так может, уебашь? А все, да, тебе отступай. Тебе просто отставь Фландры, чтобы ты добила это, а всех остальных назад кидай. И желательно Рейму прикрой, потому что... Кирара хер, it's gonna blow. Можешь еще раз, кстати, атаковать ее, если хочешь. Можешь забомбить, ну как хочешь. Можно напалмом. Я, короче, кролика убил. Да, кролика убил, и все. Но все равно на кукол от этого натравится сначала. А потом просто Рейму беги подальше. Задержка детонации лунной жопы. Хотя бы опыта получил за это. Первое. Короче, куклы будут как мишени стоять нормально. А всех остальных просто назад тащи. Роджер, да. Уёбываем. Приказ командования. Вампиры догонят, они быстрые. Вампир в космосе, я представляю себе такой сериальчик. Так, ну а ее. Ну то есть ладно, ладно. Она по низу пойдет, дойдет, все будет с ней заебес. Ну и все, все, можно пропускать ход. Я надеюсь, она согреется на кукол в первую очередь. Я тоже.
Вау! Ну, еще. Еще больше! Надо сваливать. Да, на куклу. Может, задефим? Да не, уклонись. Может, там хотя бы шанс хоть какой-то у тебя будет. Но. Уклон так уклон. Блин, нахрен я нажал. Надо было это, по фасту. Ууу! Ты видел это? Угу. Мисс! Мисс ми! Офигеть. Попробуем вообще получить еще раз. Бля, сомнения? Пиздец. Сомнения. Оу, минус. Все, тебе надо бежать из-за рейма. И пушку еще. Mm-hmm. Бля, я не могу это, пизды дать. Да, да уклонись просто. Все, я на все равно много урона не получу, даже под... коровы еще так. Бетономешалка. О, почулище будет уничтожить. Почули такое смотрит. Изи, изи это, изи грейс. Бабл. Я никогда не задумывался, но, наверное, количество разнообразных шаров в Тохе превзойдет количество персонажей в ней же. Да. Если собрать все шары, которые там только есть. Ой, на самое, что-то там уехали. Ну давай, Фландри, добивай пушку. Корабль. А, это издали. Не, не ходи, не ходи, не ходи. Стреляй с места прямо по чуме. Вон. Фаер. А, чтоб поле снять. Да-да, вообще будет передвигаться. Она и арта. Арта вообще, сау, я бы сказал. Пачули сау стронг. Вообще-то мы знаем теперь, кто самый сильный. Может, двигаться. Чё, этих прихватим? Да-да, прихватывай, конечно. Ну, торопиться не надо. Готовы там прихватываться, опа. Опа. 100 и 0. То, что надо. Я могу взять его фас. И обратно на респаун такой отреспаунился. Пью. Так, ну окей. А Кейн, ты можешь как атаку встать? Ну-ка, погоди, стой, не ходи. А, нажми кастом. Вот, давай. Трансформерс! Ну, был сразу везде. Можешь тебе, кстати, завалить вид сверху, там ролик. А, блядь, злая земная собака. 54%, ничего, выживем. Пизды. Ёпта. Напоминает мне видео, где это красная тряпка, бык и все такое. Тут одно и то же. Профакапились немного короля. Пандру тебя. О, Санае имеет бизнес. А может бомбе? Не, бомбе не надо, бесполезно. Тех не бьет. Уж по одному не мощно. Это было подкрепление. Типа. Типа было подкрепление. Звезды пересуют себя. Сила сатаниста, вперед! Ай, бля. Вообще, знаешь, у нас в городе, везде, где такой символ нарисован, присутствует куча сатанистов. Ну все, мы тебе знаем больше о самом. Вообще капец. Так. Так, рейму вали. А, окей. Блять. Вали как можешь, да. Можешь бомбануть. Валю и бомблю. Ну, просто отходи. Не атакуй, это бессмысленно вообще. Окей. Просто вали. Валим. Все валим, без исключения. Валите те, кто не могут даже свалить. Бегите ради жизни. Санея вперед. О, может, ДСС затащить можно. И в спину сейчас. Дыщ. Хелло. Из-за угла вышло. Я мирная земная фея пришла к вам с миром. Подстава.
Но... Мне, кстати, нравятся у кроликов шлемы с вырезом для ушей. Уши такие торчат. Прикинь, да? 42-й год. Война. Окоп. И в окопе такие кролики ходят. Да, такие уши сверху торчат. Ой, пиздец, это было. Можно фландеры в упор подтащить? Упор. Там на единицу вот так какая-то есть. Вот, атака, да. А, нет, не может. А, у тебя силы не хватает. Не, у тебя, ну, тебе павера не хватает. Надо 140, а у тебя 137. Короче. Ну, просто, просто бей как можешь со всех дури, вот и все. Да, вот. Стукай, да. Ну, ради фана я могу. Да, ради фана. Я думаю, даже Ремилия её добьёт, даже ты не спишь. Ну-ка, Ремилия, стой. Нет, ушла. Да я понимаю. Вот так и тратится фан. Дым. Ну, всем возвращайся назад. Пушка элиминейтед. Так, мам. Куклы прикроют тебя, и всё. Fucking hell. Опа. Они подошли из-за угла. Блин. Давай уклоняйся. Эти куклы тебя спасти должны. Грейзер. Блейз Грейс. О, уклонился. Ах ты сука. Он что, на Рейму пойдет? Я тоже, если честно, подумал. Там уже огребательное бы что-то произошло. Или выгребательное. Уклонился, нет? Нет. А, блин. Не трожь мой шанхайчик. Сочка. Так. Да пей, бей за все бери, что ли. Ты чё, охерела, вот... что ли? Ультра-хэдбат, блин. Хэдбат? Да, хэдбат. Это будет больно. Сейчас очень больно будет. Да похуй вообще. Да вообще похуй. Десятка. Своими ножичками там беспонтовыми, ну держись. Бомбит у меня, бомбит. Лопнул, бля. О, куда? Куда? Там нет земли. Через астероиды типа, да? А, ну ладно. Примерно так иногда бомбит, когда ты в 16... Нихуя себе. Когда ты в 16 ни один уровень пройти не можешь, вот как-то так хочется с боссом сделать в конце, бля. Честное слово, прям жизненно. Блин, тебе надо Рейму спасать как-то. Чё, Рейму спасется? Будем грейзить и убегать. Смертники. Вообще, чокнутое подкрепление. Боевая раскраска, розовый и белый. Еще и черный. Стандартная униформа. Камон! В принципе, what the fuck, да? 13 тысяч. Может, бомбанем? Окей. Я уже бомбанул. Со своего ружья в мой корабль стреляешь. Ты чё охерел? Сейчас таким со своего ружья пальнёшь. Называешь это выстрел? Ай, блядь, извините меня, блядь. Вот, а вот эти последние бум-бум-бум, это кроличья жопа бомбанула. Так, продолжаем. Хотя можно и вот так вот. Машинган. Машинган. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Мурасан. Ты смотри, в натуре машинган. Упс.
Представь, там такие эти юкаи сидят, такие сузихи, начинают палить пулеметов. Ну, пулеметов такие там, это... Попадай обойму, брат. Так. Астероиды. Чик. Флэшинг бласом. Кто заказывал немножечко бласомистости? Опа. Блядь, это моя любимая Тима теперь. Курум и Йом. Куруем. Куруем. Скрывайся. Да, это же. Спасибо. Пыщ. И готово. Так, у тебя есть, короче, фонарь. Я тебе предлагаю мощно долбануть, да. Окей. Будет мощь. Будет эффектно. Эффективно. Ух, всю ману сейчас расходишь. Тебе пизда. Когда понимаешь, что тебе пизда, но это так красиво. Пельмени. Нахрен ноге. Кольчасин кай. Но вселенной упала. О! 10 тысяч урон. Это было достойно. Не то, что ваша Рейму с Марицей нихуя не может на 7 тысяч. Что-то там долбануло с таким важным видом. Блин, тебе надо как-то свалить. Попробуй, знаешь что? Потащи куклу к Рейму. Не, может... потащи куклу к Рейму поближе. Куклу. И бомбани. Посмотри, как бомба... А, не может бомбить. Ой, блин. Я просто знаю. А фокус это можешь дальше уйти? Ну, вампиров подтащим, пусть они дерутся. Ну да, пусть вампиров нас выйдет. Можно бомбануть и выскочить из поля, а хотя не выскочим. А, на следующий ход восстановится. Ну что просто. Вот, бомбит тут. Вот. Бля, ну. Ну ты вовремя, ёпа. Нарисик Рисюта убежал и бросил. Кто последний, тот лошара. Сейчас валим. Валим быстро. О. Все свалили. Пушки были разряжены. Сейчас либо куклу, либо фландры, либо Рейму. Бубо будет. По башке палкой. Мечом, прости. Да. Эх, всё. Жалко. Теперь надо, чтобы она атаковала фландры. Да. Все. Ваша жертва не была. А если пизды? А ты 30%. Лучше. Не, может не уходить. Может задефать. Крейзим! Капитан, доверься. Давай. Не забудьте там. Понял. Сосать. Все, беги за Рейм. Просто беги. Так, фаер, конечно же фаер. В общем, я предлагаю пампнуть вампиров на всякие там атаки, уклоняйки и стоять выебываться. Да, можно. О, еще один щилд. Классный. Прикинь, в шестой части на Лунатике она просто такой щит поставила, и тебе нужно полтора часа с ней продержаться. Ага. А в ответ она вот такие штуки в тебя стреляет, да? Да. И ты будешь как этот кролик сейчас. Ну да. Точно. Первые же секунды. Вот вспоминаю Гран-туризму какую-нибудь, там были гонки на 24 часа, причем реальных 24 часа. А, да, знаю такие. То есть тебе приходилось 24 часа реально играть. И мы с другом по очереди играли. Это было жесть, мы целый день играли. На выносливость, знаю такие. Да, и причем там на пит-стоп надо заезжать, менять резину, все такое, топливо заправлять.
Вот, и представь, была бы тоже атака продержаться 24 часа. Ага, а потом зевнешь, немножко моргнешь и сольешься. И слив в унитаз. Это да. Тебе не резать воду 10 часов. Давай, это убегает корабль на корабле. Я съебываюсь. Ура, барьер, я почти пролез так. Ну, почули тоже убегает, там сзади, наверное, завалит их. Пизда-ника и по носу книжкой. Нека, сила книги. На тебе. Ай, меня ущипнули. Оп, спокойно вообще. Так, я еще сваливаю. Книгой по носу, бам. Давай Кейна, еще раз это. Рейдж. Вблизи рейдж за Кейна. Упор. А, не, у тебя не хватает маны. Ладно, дай просто олдхист для тебя. Сюрприз! Сначала книгой по носу, а потом старая история. Ну да, неприятно быть кроликом. Сколько у мертвых кроликов тут было? Сколько трупов в космосе сейчас летает? Да, такие трупы в космосе, как в Quake 4 в начале болтаются. Давай забьем и беги. Бегу! Коку. А мы кого-то забыли. А, там Рейму сзади. А там Пландрей. Дай похуй на нее. Нормально, уедем. Новых вампиров. И Сакуя такой, мы сваливаем. Да, а вы там деритесь. Ха-ха, неудачники. Канонщики. У нас есть Куруми. Так. Рейму, беги. Бегу. Она, интересно, догонит? Если не вампиров отпиздит. Фландрия для прикола может немножко назад отступить. Влево. А, типа это, догоняй, сука, за кем побежишь? Да, вот сюда. И можешь бафнуть, кстати. Погоди, давай отбафаем. Фири, да, смотри. Значит, за ремильку можешь... Вот ты знаешь, что я сделал? Чисто на ремильку, короче. И заюзай вот эту первый скилл ее самый, который дает ей 100% уклонения, 100% эвейда. И просто скипни ход ей. И тогда в следующем ходу она 100% уклонится. Вот такой лайфхак тебе будет. Вот да. Так, посмотрим, за кем она попиздит. Ну давай. Делай свой ход. Ноль. Ты сосешь пиписку. Так. А можно слабенькой, в принципе. Да гунгниром бей, что уж терять нам. Давай гунгниром бей. Так время нам же тянуть надо, по идее. Да какое время? И время, не время. Вообще пофиг. Давай гунгниром бей. Ой, бля. Бей больно, гунгниром. Бей больно, живи достойно, ёпта. Во. Лайфхуцк. Но только на втором ходу ты не сможешь уклониться. Спасибо, сэр. Это только на один ход есть. На одну атаку. Опа! Опа! Ремилия разбила Ремилия. Ремилия изи. Гунгнирчиком. Ой-ой-ой. Пошла. Аж в космосе небо появилось, видал? Аж размыло там все. Туда ее нахрен обратно на Луну. А эта жопа взорвалась. 5800. Это ж как надо ударить, чтобы в космосе небо появилось. А еще и взрыв. Еще и взрыв. Такая поближе, ну-ка не поняла. А вот это, ну-ка, что-то я не поняла. Это что за хуйня, кто меня пизданул? Бля. Ой, жива, смотри. А ты что думал? Все, на землю. Intruder attacks of our. Все, убежали. Все, ура! Сваливаем. Ах вы пидорасы, стоять. Там Ремилия даже съебалась. Изи вообще. Опа, заэвейдили. Опа. Они в друге стоят даже. Так, я целюсь в их реактор. Пиздюки, они нас атакуют. Ой, Рейму. Стоять? Одна Рейму не успела убежать. Да. Рейму, это опасно драться. It's dangerous fight alone. Take this. Уёбывайте. Бегите, глупцы. Мне пофиг. Ты сильна. Да, волшебница права.
Ух, посмотрите. Эймо. Ух. Мисс Шрайн Мейден, ран! Ран! It's no use! Afterbolt. I'll soldier fire red at once. Да. Пиу. Огонь! Сейчас ушла. Мы в неё попали. Поймали её. Нет, вы не попали. Нет, мы не попали по ложки. Смотри, у неё спрайт глаза закрыл. Она доджила, что? Она задоджила, у неё спрайт глаза закрыл, смотри. Только Рейму. Come here, sweetheart. Сейчас, по-моему, будет экстрафак. Экстрафак. Ты что, охуела, меня игноришь? Рейму такой, изи. Я была рождена изи. И теперь я тебе покажу, как надо изи делать. Космический внеземной барьер изи лайф. Фантази Хэллоу. Помню, это что еще за говно? Нет, меня сливают. Четко до тысячи. Охуеть, 19 тысяч урона. Она меня пизданула. Вы норм, командир? I'll you like, командир. Команда. Она доджнула. Охереть. Take this. It's no use. Риму такая, easy. What the fuck? Напоминает сцену из Матрицы с тремя Смитами. Да-да. Риму, ты сделала это. Она вообще охерела. Откуда такая сила? Да. Ах ты маленькая. Eat some booster launcher. No way. Дым. Что она делает? Она нас чистит. Она поняла, как пользоваться энергией. Она Шрайн Мейден. Она офигенная. Я хочу прочитать всю мангу про нее, что есть на Луне. Дынц такая. Рейму, ты сильно, ты не выебывайся, она ж тебе пизды даст. Да. Это всего лишь скрипты, Рейму, успокойся. Да. Так. Короче, она атакует, она атакует, не смотря. Она вообще атакует так изи, что даже не надо ей смотреть. Вы правы, она настоящий MLG. Да. Откуда Рейму взяла столько силы? Ещ! Мариса, что? Да. Мариса такая. Ну-ка, Рейму, хорош, пошли домой, заебало. Рейму такая, изи. Эй, Рейму! Мариса, блядь, ты заебала. Не прерывай меня, тут такой пафос происходит. Да. Ты чё, охуела, что ли? Что ты вытворяешь вообще? Давай по-нормальному, чё ты выебываешься? Чё это за читы вообще, а? Да, он такая... Читы, о. Рему перестала двигаться? Мариса, я... Ты сильно-то не выебывайся всё равно. А то это... Арестуют нас. Ну-ка, стоп райтер, Шрайн Мейден. Ты что себе позволяешь? Оп. О, она на скорость себя была. Опа, она заэкспендилась. So much energy. Все, это конец, люди Земли. Please stop this. Здорово, я с Луны. А you Райсен? Это ты Райсен? Райсен, ты пришла. Я пыталась ее спрятать в корабле, как она вылезла. О боже, это ж леди Кагора. Это письмо. Письмо. Райсен, это невозможно, это Рилли. О боже, как ты вернулась на Луну с Луны. Ты же сбежала с Луны. Не, они знаешь это, они так через весь космос. Ну, я это там. Да, они, кстати, заметил, как они далеко друг от друга. Да, и орут друг другу. А в космосе же это, типа, вообще, какого хрена там звука-то нет? Как они общаются? Это, как его, в мозгах это, как я, телепатия. Только там, наверное, такой чат стоит, так как в Дискорде 1000 человек. Ой, смотри, они с кроликом стукнулись. Ага, трейтер.
Жалкий предатель, лови пулю. Тыц. Опа! Да. Это ж пуля, у меня палец. Мой палец заряжен и готов. Ред. Щет. Ну все, Рейсон точно посадит за какую хуйню. Ох, у меня аж игра залагала на секунду от хэдшота. Она такая еще посмотрела. А, вроде живая, 10%. 10 хп осталось, кстати. Ну чё, да вы ёбнулась такая, подожди. Подбежала такая, да. Ну. Чё, короче, дайте мне просто попиздеть с ней. Вот. Я, у меня письмо... Я принял сообщение от Маст, имею в виду от этих... Ну, в смысле... Вау. Что там, запечатанная леди Якогора? Да. Мастер на земле, давайте быть друзьями. Фатацукис? Фатацукис? Сукис, короче. Короче, она отослала, хотела передать письмо через рейс на этим хвостам Фатацуки, вот. И вы всю эту замутили из-за письма? Короче, это долгая история, но самое важное... Читай письмо, читай письмо. Давай, читай, читай. Я не умею читать. Вслух, вслух читай, вслух читай, вслух читай. Да, блядь, очки мне быстро. Очки мне, блядь, не вижу. Командор Ерохима, они же на Луне. Ну-ка, быстро снимались мне за очками. А ну, отвернитесь, я не могу. Там написано, что я, типа, должна вас отпустить, короче, да. Вы пришли на... Они такие на границе сидят, такие выглядывают. Вы пришли на Луну, наругали нас трехэтажным матом, а на письме написано, что я вас должен отпустить. Окей. Да, так надо. У нас отпуск. Короче, если эти хуманы говорят правду, мы... То они должны хотели хёртить Луну. Да, они не хотели хёртить Луну. Короче, я понимаю. Блять, что то хуйня, что это хуйня. Вот. Леди Кагора, окей. Леди Йорохиме! Red, White, Shrine, Maiden. Короче, она все равно говно для меня. Вот. Еще раз сюда придешь, пизды гребешь. Я запомню, что такая силушка богатырская есть на земле. Да. Вот. Вот, вы, значит, не короче, говно. Да. Вы че, охерели что ли? Слышь, ты говно, иди сюда. Это была угроза, а ну пойдем выйдем. За храм. Поговорим. По душам. И говорит, бай-бай, мазафака. О, да, пока мазафаки такие кричат друг другу через это, через всю вселенную. Спасибо за все. Спасибо, что нас так нежно пиздили. Да, это. Вам тоже удачи, да, мазафаки. Да, лечите свои жопы. Да. Мы еще придем вас попиздить ради опыта. И съебались такие все. РСН такая, леди Ерохима. Ну, все, тебе пизда, ты понимаешь. Ну там, друзья ушли, как бы мы тебя сейчас будем это. Леди Хора выбрала землю. Ты хочешь на Луну? Или чё? О, блядь, лагает. Не. Ты хочешь с Луны? Не-н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 е. Ну-ка пошли. Yes, Леди Ирхи. Сорян. О, мы дали людям уйти, командир. Вот. Так чё мы делали-то вообще? Короче, забейте, все хуйня. Такую хуйню натворили, пиздец. Понятно, все, я иду. Короче, хорошая манга, читайте так, все. Ну вы меня развяжете или чё? А нет. А еще пушки остались две в воздухе или так? Ну, они нормы, если чё. Вот. Ну, если письмо Леди Кагора... Изи. О, твои смерти, кстати, были. Вообще изи. У тебя кукла, понял. И тут Бухалова на корабле. Да, мы съебались, ура. Эйму и Малиса приземлились на деку. Отлично, спасибо всем. Посадка. Да. Короче, я пойду спать. Я так жестко крутила баранку, что вспотел. Да, вообще просто потело, блин, наверное, да? Да. Спасибо всем, что нас не прибили. Ой, РСН такая пришла. Отлично.
Короче, Рейсен ты разрулила вообще норм, а то бы это... Пришлось бы вампиров бросить. Короче, я хочу еще раз ее увидеть. Она была шокирована. Вот такая вот фигня. Будем жить на земле, я теперь земной кролик. В любом чемодане, возвращаемся на землю. Recover Ash Fanatic Way on the way back. Рейму из Трухард. Короче, Рейму, конечно, помпанулось только так. Вот и манги конец. А кто слушал, молодец. Музон, я боги музон. Let's see, it's over, slid a little bit, but then the lottery I haven't been sleeping very well. If remember correctly, I should be expecting guess, yeah. Good morning, Sakura. Koishi, what you get you back? I don't really know, but looks like I am boring too. You look like very heavy nightmare. You don't sound there. No, nothing like that. Who is this? Me, Satori. It's a cat. Arrive pre-patient Aridon yet. Oh, Arin, good morning. You too. Meow. Miss Koishi. Me too. Thank you! Head over Shadley, please prepare some tea, green tea! Coffee! Coffee! Hot water! Hot water! Well, Koishi, awakenулась, change my clothes! Breakfast any soon, ням-ням is ready! У нас есть гость, yes! Но нам нужно поговорить, да подождать. Мне скучно. Коши прерывает Сатори вообще вот после каждого, не дает тебе говорить даже вообще вот. Я думал, она немножечко молчаливый, аутин. Аутин. Лекарство такое. Она реально ушла. О, мисс Сатори, они скоро будут? Сори, что плохой ти. А ММА им служит тоже, вау. Come on. Короче, мы слишком внизу, нас вообще не канает. Что там, на Луне они, не на Луне. Пох, вообще. Sorry за опоздание. Welcome to Palace of the Earth Spirits. А, она их на чай, короче, позвала. Да. Вот понимаете, Юги чай вообще не нужен. Это вообще не интересно, чай какой-то там. Да, ей надо это чуть покрепче. Да, 95-й. Систер. Окей. Окей, окей, окей. Мы что, тут одни? Почему нас так мало и мы одни? Потому что мы соседи. Короче, Коиши закрывает свой глаз, чтобы читать майнинг. Да. Коиши не может читать майнинг. Power to control. Uncountness. Как это слово читается? Uncountness. Control obtained the power of contentment. No one is aware of her movement. Да, да, да. Короче, когда она вмувмается, ее никто не аверит. Пойдет в VR-чат, ее там, блин, вообще писец. Хер найдешь. Замувит. Замувит. Аринка. Дип. Вот это дыра.
Вот это дип. Ебашит в шахте такая. Я хочу больше топлива. Больше тепла, больше топлива. Дадим отопление. Дома холодно. Good word, Оку. You too, Орин. Тащи уголь. Я думал, моя тележка для трупа. Я не буду возить уголь. Ты чё, ебанутый? Я бабы Курадани. Я мамы. Я мама. Я бабы. Обама. Обама. Курадани. Ты чё, не знаешь Койши? Мисс Койши? Ну, это та, которая сверху живет, которой ты топишь топку. Забыла, что ли? А, точно. Она же все знает. Да. Но она твои мысли прочитать не может, потому что у нее нет мыслей. А, неважно. Короче, все норм. Вот. Мисс Койши хорошо пахнет. И улыбается. Ну, хоть пахнет, но хорошо. Power of controlling spirits help out Mr. Satori. Mr. Satori. Кто-то топает. А, она ушла. А, ладно. Пиздячим дальше. Ах ты подземная крыса, ворона. Это же... Что за херня? Этот голос откуда-то идет? Тебя зовут Оку, я разговариваю с твоим мозгом. Сори, мы не можем показывать тебе фейс. Фейс. Кто тебе? Кто тут? Мы боги. Мы пришли, чтобы спросить тебя. Боги, типа небеса, вы чё, болтаете тут? Да, типа того. Вот, мы казуалы. Мы казуалы? Ну, в любом случае, мы хотим кое-что спросить. Вот, что ты думаешь насчет людей с хорошими обилками? Обилки? Да, ну, например, обилки солнца и все такое там. О, да. Это сложно. У меня нету ни хрена, вот я просто копаю. Если бы были эти силы, типа полезно было бы, да, наверное. Да. Полезно? У тебя точно какие-то полезные идеи есть. Так, вот. И у тебя нет особых сил. Да, мне кажется, в тебя хорошо все зайдет, все, что мы хотим засунуть. Да. Свежее сознание, пустое тело. Что-то вы какую-то странную херню спрашиваете. Да, ты права. Мы хотим спросить тебя очень important questions. Прям вот знаешь, вопрос века. Оку. Do you want the power? Power? Yes! Potential ultimate energy. Вот, короче, ты будешь иллюминейтить world и все такое. Короче. Пам-пам-пам. Начало инцидента новой части. Я хочу сейв. To be continued. И припутай кнопки, да, правильно. Фу, я не представляю, что бы я заорал, если бы я загрузился. Вот. Как-то так. Это довольно хардовый щит. Ну вот, ты мангу прошел только что, поздравляю, да. Пиздец, игра все еще не кончается. Да, там to be continued, там это все, там сам по ним же предполагаешь, да, что дальше уже будет. Вот. Подземные приключения. Да, Undertale. Только в следующий раз. Да? Да. To be continued. Потому что мы пошли спать. Нет, рано спать. Нет, рано спать, ты что, не рано. Да, вот, мы пойдем. Мы просто пойдем. Все, давайте. Пойдем. Оставайтесь, люди. Да, не уходите. Пока-пока. Пока-пока.